Так, всем здорово. Продолжаю с Live Spire. Не знаю, как это. Ну, не Spire, точно. Короче, опять Золотоносца. У нас новый герой, давайте... А давайте посмотрим, что за новый. Безмолвное. Почему бы нет, собственно? Нет, еще один латник. Еще раз латник. Чтоб, ну, поинтереснее было, потому что... Неинтересно, что я даже второго босса не знаю. Латник, мы уже знаем за него, как играть более-менее. То есть нужно настакать защиту... Добавить на себя баф, чтобы стакался урон. И просто выжидать, получается. Чтобы бафы тебя бафали. Снова здравствуй. Кит нам говорит, выбирай. На этот раз я точно знаю, что мне не надо редкую карту с ценой проклятия. Вот есть только вот этот вариант. Получить, потерять стартовую реликвию в обмен на реликвию босса. Фиг знает, какая она будет. Реликвия босса, она может быть крутой, а может быть дерьмой. Дерьмой может быть, а может быть крутой. Давай просто уберем карту из колоды ненужную. То есть вот. А так, вот эту самую обычную. На самом деле даже защита самая обычная мне не нужна. Все, пошли. Так, значит, смотрим сразу, куда мы пойдем. Иметь дело с элитным мобом, мне кажется, не стоит в начале игры. В начале игры, несмотря на то, что за него что-то могут дать. А того, я думаю, не стоит. Лучше в огонек пойти. То есть мы пойдем путем огней. Вот огонь, вот огонь, вот огонь. По левой стороне. По левой стороне идем. Вот сюда, вот, то есть, вот сюда. Здесь вопросики, вопросик, вопросик. Вот так пойдем. А, торговец сразу. Сразу через торговца. А так можно? Ладно, давай сразу через торговца тогда, пофиг. У нас 99 золота сразу дается. Это и в начальное, вроде как, особый стат. Именно вот этого вот золотого рыцаря, латника. Именно у него сотка. А так-то вроде как не сотка ни у кого. Так, 5 защиты, 5 защиты. И наносим 6 урона. Первый урон задоджили, слава богам. Ну, 6 здоровья в конце вот за счет этого восстановится. Так что, по сути, есть. Так, этот враг планирует защищать и наложить. Положить хорошо, надо убить его быстрее. Дебаф и урон. Следующим ходом 3 атаки. Если выпадет, можно убить его будет. Так, у него плохой баф. Плохо. Значит, не получится убить его сразу. Так. Ага, 3 атаки давай. Раз, два. Блин, дебаф. А, он не это, хорошо. Хорошо, тогда добиваем. Все, со следующим ходом он умрет. Неважно, чем он там себя бафнет, он должен умереть с следующим ходом, я думаю. Броня ему не поможет. Угу, да, свидос. Золото, зелье ловкости, неплохо. Добавьте карту в колоду. Так, выбираем. Дает 5 защиты, улучшает карту. Хорошо, это надо. Наносит 5, то есть она постоянно уходит в сброс. Это как карта защиты, только еще улучшает карту. Офигенная. Можно разыграть, если в руке только фигня. Наносит 5 урона, если на врага наложена уязвимость, то вы получите одну энергию и берете карту. Это неплохо, но... Но сложно осуществимо, если нет карты уязвимости вообще у тебя. У меня нету карты уязвимости сейчас. Так, торговец. Что значит у тебя есть, чувак? Вот это вот дорого. Радужный осколок. Награды теперь содержат бесцвет. Вот это вот очень прикольно вот на это денег накопить. Защита 6. За 0 офигенно так-то. Вы берете 3 карты, сжигается. Вот эту... А, она на один ход, но она сжигается на одну игру, понимаешь? Она не на это. То есть не так, как я раньше думал. Сжигается не навсегда. Дает 2 силы. Чу? Подожди, это же талант. Подожди, талант. А, навсегда просто дает 2 силы. Правильно? Почему так дорого стоит, если... Хотя тут 3 стоит. Ну, в смысле, по золоту. Так, ладно, вот это вот офигенно. Дает, вы берете карту. По-моему, прикольно. Еще и акция. 25 всего лишь. Да, надо взять. Сжигает все карты в руке, кроме атак. Дает 5 защиты за каждую сожженную карту. Это если у тебя так карты защиты, вот эти дерьмовые в руке. Берешь их, просто сжигаешь за счет этой карты. Используешь их подешевле, так сказать. Вот это неплохо, но, блин. Вот это тоже неплохо, но, блин. 20 урона. Сбросить. Так, смотри. По-любому вот эту берем.
8 защиты и берете одну карту, да? Нормальная же. Давай вот эту и вот эту. Почему так дорого усиление карт, а? Абонемент бы этого торговца бы сразу попался, было бы офигенно. Вот это реально. Давай что-то хорошее. О, вы заходите в комнату, заслышав бульканье и скрежет металла. Перед вами слизистое существо, объевшееся металлолома. В сердцевине этого существа заметно странное свечение. Возможно, что-то магическое. Похоже, что вполне можно дотянуться до какого-то сокровища, если вы осмелитесь засунуть руку в отверстие. Однако кислотой и острыми обломками можно пораниться. Потерять Риузена, конечно. Ай! Вам достается лишь ржавый металл и щепотка жгучей боли. Но вы все равно непоколебимо верите, что внутри осталась реликвия. Давай. Успех! Порывшись в ржавых обломках и обжигающей кислота, вы наконец-то ухватываетесь за реликвию и выдергиваете ее наружу. Вы достаете руку и слизит, поранившись, но с наградой. 7 жизней в обмен на реликвию. Хорошо. Что за реликвия? Дает одну неосязаемость каждый 6-й ход. Низы. Понижает любой получимый урон до единицы. До единицы? Почему не до нуля? Как-то так себе. 6-й ход. До 6-го хода еще попробуй доживи. Так, ход игрока. Значит, 3 урона и фигня. 3 урона. Я его могу сразу убить. Нафиг мне его терпеть. 8 защиты, выберете, сжигаете карты в руке. Кроме карт атаки. Так, дает 5 защиты, улучшает карту в руке до конца боя. Так, это хорошо. Улучшаем, значит, а как это улучшится? Не-не-не. Подожди, как убрать? А, просто вот так. До 9 урона, 8 защиты, выберете карту. 10, 11 защиты, выберете карту. Ну, давай вот это. Нет. Да, давай вот это. Раз мы ее все равно сейчас используем. Пусть так. Офигенно пока что идет, наверное. Так, хрупкость, хорошо. 8 урона, что у меня там? Защита уменьшается, значит теперь 3 защиты только. А он 8 урона. Я в принципе могу заблочить. Носит 8 урона, кладу. Да, могу заблочить, и в принципе это неплохо. Что-то он сжег мне там. Так, теперь он бафается, это хорошо. Еще одну стоит. Сжигая мои карты, убираюсь из колоды до конца вашего текущего боя. А, я за единичку могу сжечь ее просто так. Значит, надо урон нанести ему. Ну и вот это уберем. Потому что она нам не нужна. Опять хрупкость. Так, 8 этого, хорошо, смотри. Сжигает все карты атаки. Ой, все карты. Вот эту защиту сожгет. Вот эту защиту. А, подожди, кстати говоря, нет. Тогда вот это улучшаем. За счет этой карты дадим себе. На, блин. Лучше бы я просто защиту дал 2 раза. Хотя 8 и 6. 8. 6, 10, 18, да? А, блядь, у меня же мало... Дебил, а вот дегроид. Ай, блин, на ровном месте жизни потратила. За этот раунд я бы вообще ничего не потратил. Исцелился бы наоборот. Не говори, что теперь карта так нету. А, блин, а... А, во. Да, блин, какой во? А, у него же уязвимость была. Туплю конкретно. Так, выбираем карту. 87 берет хорошая. Дает 7 защиты, сжигает одну случайную карту в руке. Нет. Ну, значит, 9 урона, вы берете одну карту. Неплохо. 9 урона и берете карту, либо 8 защиты и берете. Защита лучше. Поехали дальше. Там костер впереди, кстати. Так, культист. Баф какой-то он накладывает. Надо ему тогда улучшить карту. Вот эту, наверное, с уязвимостью. Да, 3 уязвимости, офигенно, еще ему сразу уязвимость в лицо. Так, что там? Получает 3 силы, это очень плохо. Так, сейчас я защиты на...
Подожди. Дает 8 защиты, вы берете одну карту. Но он сожгет ее как бы. Это так не пойдет. 8 защиты мне хватает, так что давай-ка лучше урона понаносим. Типа нафиг мне много защиты, если она не сохраняется на следующий ход даже. Это тупо. Так, 9 уже урон у него. Дает 8 защиты, нормально. И придется еще защиты добавить. Атаковать не могу. Атаковать не могу, плохо. Блин, у него сила-то увеличивается. Ай, как плохо-то. 12 уже. А, 8 защиты. Ладно, давай 8 защиты в этом ходу себе дадим. Чтобы урона не получить. В следующем, может, и добьем даже. Если повезет, сейчас взять дебаф. Дебаф и атаку усиленную особенно. Так. Дебаф есть. Атака не усиленная. 10. Ну, в принципе, нормально. Какая одна жизнь? Ты чё, мразь? Схуяли у него одна жизнь? Объясни мне, пожалуйста, блядь. Бля, да пиздец, уязвимость должна была. Блять, я столько урона просто с нихуя получил, блять, на, сука. Пернатая тварь. Да вообще нечестно, блин, все было просчитано. Уязвимость всегда увеличивала на 4. Я не знаю с какого хуя, но на 4 было. Я не помню почему. Так, наносит урон равный вашей защите. Да нет, у меня нихера защиты. Так, вы берете одну карту. Вы берете одну карту и кладете карту из руки наверх стопки добора. Дает 3 защиты, когда вы разыгрываете. За 0 она, да, за 0. Дает 3 защиты, когда вы разыгрываете атаки в этом ходу. Давай. Так, конечно, ковать. Блин, я ковать постоянно путаю с кровать. Так, вот это вот 3 защиты. 5 защиты, когда вы разыгрываете. В принципе, неплохо, но. Сжигает все карты. Так, дает 8 защиты, уберет одну карту. Фигня какая-то. Сплошная фигня какая-то. Так, наносит 8 урона. Вот это так-то неплохо. 10 урона, 3 уязвимости. Но что-то я не особо не это. Давай вот это, ладно. Она единственная, которая у меня какая-то особая. Навык, типа. Другие вообще говно. Нет нормальных карт, что-то. Едкий слизень. Только давай ты хотя бы не будешь у меня здоровье отнимать, а за этот бой. Карту атаки. Нет смысла в этом сейчас. Сжигает все карты. Так, защита дает 5 защиты. Улучшает карту в руке до конца боя. Да, это надо. Улучшим, значит, вот эту. Че она там? Сжигает все карты в вашей руке, кроме атаки. Да, давай. Закроем. 5 защиты, когда вы разыграете карту атаки в этом ходу. Ну, в этом нет смысла. Блин, 11 урона. Так, дает 8 защиты. И еще. Так, пока урон блочим, но и наносим очень мало урона тоже. Медленно атакуем. Сейчас он нас слизью своей заполнит еще. Так, 5 защиты, когда вы разыграете атаку. Хорошо. Пять защит, блин. Либо 8, либо 7 защиты получаю. Так, значит, 8 защиты и беру карту. Смысл? Ну, блин, только так. Фигня. Мог так-то заблочиться от этой атаки.
заблочился бы и не парился. Сейчас опять потерял жизни. Так, ну еще все равно, ну, давай. Урон и... улучшает карту в руке. Потихонечку улучшаем карты зато. Наверное, это хорошо, не знаю. Вопрос, но это не атака, так что... Да ну схера ли, чувак? Да реально схерали, а? Я 28 урона никак не могу нанести сразу за раз. Так, 5 защиты, когда вы разыграете карту такую в этом ходу. У меня нет смысла. Неудачно как-то все получается. Так, вот это. Избавимся от слизи. А, за каждую сожженную мне это не надо. В этом ходу. Именно в этом ходу. Нет смысла. Вот когда мне надо атаковать, карта атаки вообще не попадается. А когда мне надо защищаться, мне карты атаки, блин, выпадают. Дает 5 защиты, улучшает карту. Так, вот эту. Защита есть. Так, теперь что-то надо удалить. Или атаковать. Блин, не знаю. Наверное, все-таки атаковать. Они меня, видишь, еще ослабляют постоянно. И слизью меня запихивают. Я уже скоро весь в слизи буду. Так, один атакует. Надо, значит, защититься чуть-чуть. И, наверное, дебафнуть его. На будущее. Еще одна слизь. Слабость накинул. Так, смотри-ка. Опять дебаф. Опять дебаф. Они на 20-ку атакуют, когда вы... Так, во. Значит, атакуем. Блин, надо было вначале... Ну ладно, он умрет. Все хорош. Навык здесь помог, вовремя выпал вообще. Ровно на 10-ку заблочился. А, я слизь сжег. И при этом получил за нее броню. Нифига так можно, что ли? Ну, это читы, прям читы. 8. Хорошо, что улучшенная попалась. Так, и избавимся от одной слизи. На будущее. Так, 8 защиты. Уберите... Урон 1, серьезно? Че это вдруг-то так? Так, улучшает карту в руке до конца боя. Давай вот это. Улучшим ерунду. Возьмем карту. И атакуем. Ну что-то слизень вообще боевой дух потерял. На однерку атакуют. Они когда не надо, атакуют, блин, сильно. Когда надо, нифига. Так, 5 защиты до результата карты так. Так, мне нужна новая карта, так-то давай сожгем вот это. Что-то слизь сплошная попадается. Надо-то один раз ударить его и все. А мне слизь какая-то выпала. А что это делать, я забыл. А, каждый шестой раз это, я уже и забыл про это. Так, дает 5 защиты, но есть 5 урона. Удваивает вашу защиту. Неплохо, но у меня она не копится. Можно разыграть, если в руке только карта атаки. Так. В принципе, есть вариант, когда ее можно разыграть теперь. Дает 5 защиты, но 5 урона. Ладно, пусть будет. Мы по левой стороне, да, решили идти? Правильно? Там лагерей больше. Да, вон их аж 2. Сейчас улучшаем наши карты. Потому что нам нужны только улучшенные карты. Где карта, которая улучшает мои карты? Дает, улучшает карту в руке, во. Улучшает все карты в руке до конца боя. Отлично, вот то, что надо. С
сундучок. Давай что-то крутое прям. Так, позволяет сбросить любое количество карт и взять столько же в начале. Да блин, ну такое. Ну как бы неплохо, но и не круто вообще. Давай ковать опять. Вносит 8 единиц урона, кладывает 2 неуязвимости. Так, можно разыграть, если в руке только карта атаки. Ну-ка. 18. Что-то слабо. 11 защиты. Сжигает все карты в руке, кроме атак. Дай вот эту. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ой, блин. А, я могу поменять. Смотри-ка, они все что-то бафы какие-то делают. Надо урона. Можно разыграть, если в руке только карты атаки. Да, нормально. Арсенал. Навык. Дает 5 защиты. Улучшает все карты в руке до конца боя. Так. И вот это. Дает 8 защиты, вы берете одну карту. Да блин! Улучшил. Сделал это. Давай это. Есть. Все, могу атаку фигачить. Смотри. 9 урона, значит, этот. Этот 5 защиты получит. Смотри. 6 плюс... Можно развивать все руки. 18? А, улучшилось, точно. 18. То есть 12 плюс 7 это 19. 5 вот это 18. Прям идеально. А, даже защита не сработала, я его шотнул. Так тогда надо было как-то это, продумать это, блин. Надо было того, кого пятнашка атаковать. Так, сила. И еще сила, да? Плохо. Урона дофига нанесут. Но одного я убью сразу. Когда разыграю карту атаки на этом ходу, да? Потом, но здесь не нужно вкладывать... Так, ну вот этого сразу убьем, по-любому. 9. Сейчас, значит, если я защищусь, то все хорошо будет, в принципе. Быдыщ. Ау, не больно вообще. Сейчас смотри. Дает 5 защиты, когда вы разыгрываете карты атаки, да. 5 защиты за то, что я карты атаки разыгрываю потом. Мне нужно взять еще карту, наверное. Можно разыграть, если в руке только карта атаки. Так, а я... А я смогу, если, короче... Вот эту использую. Та сожгется. А, подожди. А, нет, это атака, нормально. Теперь могу их обеих использовать. Кайф. Тупо исцелился за этот бой. Отнимает 3 УЗ, дает 2 энергии. Неплохо так-то. Так, можно разыграть, если в руке только карта атаки. Вот это вот неплохо мы умеем теперь разыгрывать. Так. Добавляет в руку случайную атаку. В этом ходу она стоит 0. Так. Случайную атаку. Это может быть абсолютно случайная атака, да? И она стоит 0. То есть смотри... Если мне, например, возьмется вот эта атака, она сама по себе стоит 0. Но может взяться какая-то крутая атака, которая стоит дорого. А я ее за 0 разыграю. А вот эта энергию дает. А вот это 0 стоит. Блин. Ладно, давай случайную атаку. Привнесем немножечко рандома, так сказать, веселья. Грабё. Ух ты, сука. Так, его надо... У него на один урон. А, что делать-то? Его как-нибудь шатать? Давай вот так. Давай две атаки, а, пожалуйста. Сжигает все карты в руке, кроме атак. Дает 5 защит. Так, подожди. Добавляет в руку случайную атаку. Там ходу стоит 0, зажигается. Значит, здесь урон кладет. Давай случайную атаку. Можно разыграть, если в руке только карты атаки. Так, подожди, ладно, вот так. 6 урона. Он убегать будет после этой атаки. Он после этой атаки побежит. Уебан. Надо забрать у него золото. А, он не убегает пока? Так, подожди, стой, вот это что? Пока не убегает, ладно. Надеюсь, успею. Его добить надо успеть, он вернет золото тогда, я так понимаю.
Дает 5 защиты, улучшает все карты в руке до конца. Это хорошо, но... Если в руке только карта атаки. Так, подожди. Не, не получится. Разыграть карту атаки не получится. Улучшим тогда. Потом нанесем. Хотя... Смотря что выпадет сейчас вот за это. Атака? Атака, офигенно. Просто до свидания. Золотишко вернет мне мое? Да, возвращенное, отлично. Так, смотри, вы берете 3 карты. Вы больше не сможете брать карты в этом ходу. Ну, это спорная карта, потому что там пойдут карты защиты, и я тогда не смогу воспользоваться своим преимуществом. А сама по себе эта карта навыка, она не считается атакой. Но здесь урона повышает максимальную зена 3, если казнит врага, сжигается. Носит 8 урона всем врагам. Блин, нормальная карта. За единичку десятку нормально. Хотя, ну ладно, нормально. Так-то за десятку и так были карты, по-моему. Ну да ладно. Так, значит, меняем защиту. Он не атакует, значит, дает 5 защиты. Улучшает все карты в руке до конца боя. Это пусть будет. И вот так вот. Атака, атака, все. Давай еще атаки, пожалуйста. Бля. Ладно, улучшаем карты. Потом. Улучшает Максу за ночь. Ну-ка. Он что, вражеское максимальное УЗО увеличил? Дается... Не понял. Повышает максимальное УЗ на 4. Казнь. Эффект срабатывает, если карта убивает врага. Кроме прислужников. А, если добивающая, она увеличивает на 4. Блин, ну... Блин. Печально. А может даже навсегда, кстати говоря. Судя по всему, навсегда, реально. Так, ночь 9 урона, ладно. Ну, использовали в качестве неплохой начальной атаки. Хотя обидно. Могли все намного круче сделать. О, он опять не атакует. Так, тогда... Карта атаки в этом ходу. Так. Ну, тогда вот... Че там? Подожди, там взять карту? Не, нифига. Тогда вот это. Хрупкость. 16 урона, ты чё? Добавляет руку карту атаки случайно. Так, подожди. Тут все атака, тут все атака. Давай, случайную карту атаки. Вихрь. Тратит всю энергию, носит 5 урона всем врагам. Икс раз. Фигня. Фигня полная. 14 урона. Блин, я добить его не могу. Или могу? Нет, не могу, не хватает. Это всего лишь 10 нанесет. А, у него уязвимость, блин. Такие моментики не замечаешь, ах ты. Так, вырванное зелье. А, взрывное. Наносит 10 урона всем врагам, понял, фигня. Наносит 8 урона всем врагам. Так, наносит 4 урона и накладывает одну уязвимость на всех врагов. Не очень. Дает 3 защиты, когда сжигается карта. Пусть будет, ладно. Это вроде как навык на всю игру, да? Так, так, сумка по-любому. По-любому пошли к торговцу. Соточка это мало, но попробуем что-то купить. Вы берете 3 карты, не хватает. Выберите одну из 3 случайных карт. Добавьте ее в руку в этом ходу. Она стоит 0. Одноразово. Неплохо. Но... Нет, не очень. Дает 3 защиты в конце каждого вашего хода. Это металлизация прикольная. Дает 7 защит и сжигает одну случайную карту в руке. В чем плюс? Вы получаете 3 силы, если выбранный враг собирается атаковать. Эфирная. Наносит 20 урона. О, акция. Стоит на одну меньше после каждой потери вами ОЗ в этом бою. Наносит 18 урона. Блин, ну это неплохо, но... Терять ОЗ в планах даже не очень-то хорошо. Вы получаете 3 силы, если не фигня. Вот это, наверное... Металлизация, да? Или вообще ничего? Давай оставим просто золото пока что. Потому что тут как-то, ну, не круто. Лучше предмет какой-то прям получить потом. Здоровье прям полное. Только почему-то красное такое. Было бы оно зеленым, когда полное. Так, улучшение. Дает 3 защиты, когда сжигается карта.
4 защиты, когда что-то. А, ну это талант, да, надо. Талант улучшать по-любому надо. Он всегда должен быть улучшен, всегда должен быть готовым, так сказать, для всего вообще. Слизняк. Я его помню, он так себе, вроде слабенький. Так, меняем, значит. Все в атаку вначале, все в атаку. Все в атаку сразу. Надо, чтобы атака сейчас попалась. Так, ерунда, защиту. Блин, фигово. Попробуем сейчас, если атака выпадет. Да, хорошо, ладно, тогда используем защиту еще. Чисто, чтобы сбросить ее. И нанесем урон по максимуму. У меня нету бафа на урон. Что печально, блин. Так, вопрос у него, хорошо. Одноразовая. Ну ладно, я оставлю ее, добью ей, попробую ей добить. Дает 5 защиты, когда вы разыграли карты атаки в этом ходу. Но защита у меня не сохраняется, так что... Нет в этом смысла. Сжигать не буду карту. Тут он сейчас бафнет себя, если на урон, мне пизда вообще будет. Слизь крушить. Он себя бафнул, видимо, на одну атаку. 35 урона. Дает 5 защиты, получает все карты в руке до конца боя. Так, наносит 10 урона, накладывает... Так, фигня. Добавляет в руку случайную атаку, в этом ходу она стоит 0, сжигается. Так, смотри, 4 защиты, когда карта сжигается. Ладно, это талант, он нужен. Улучшает все карты в руке до конца боя, ладно. И сжигаем вот эту. Надеюсь, тоже сжигает. Надеюсь, все равно вы берете одну карту. Карта, которая сжигается. Да. Но этого мало. Ладно, лучше так, чем ничего. Ну, хоть что-то заблочил там, блин. Ой. Больно, пизда. Так, смотри, теперь. 5 защиты, когда вы разыграете карту атаки в этом ходу. Так а зачем сейчас-то мне-то, а? На урон, завершить. У меня не сохраняется броня на следующий ход, поэтому все очень плохо. И он меня слизью уже закидал прилично так. Так, она сжигается, это хорошо, потому что за счет этого я броню получаю. Правда, сейчас я зря это сделал. Так, вы берете карту, хорошо. Сожрать, значит, это фигня. Это финальная карта, попробую ей закончить. Тогда я не уверен, что от этого будет польза. Сейчас он опять бафнет и будет 35 урона, да. Сжигает все карты в руке, кроме атак. Дает 5 защиты за каждую сожженную карту. Так, можно развеять. А, блин, сейчас... Блин, из-за того, что я взял защиту дебильную. Я же хотел разыграть вначале атаку, а потом защиту взять дебильную. Ну, что-то там взять. Ай, блин, больно так, как он бьет. Так, ну, 10 урона, накладывает 3. Так, неуязвим... Ой, уязвимость накидываем. Дает 5 защиты, улучшает все карты. Вы... Да, блин, надо было вначале это. Ну, оборону-то улучшить хотя бы надо. Лучше, чем ничего. А вот ту карту я в итоге не улучшил, что печально. Ой, блядь, ну не надо этого, пожалуйста. Но здесь так. Да пиздец, у него еще и урона дофига что-то. 68 жизней, это вообще законно? Не, я не выживу тут. Че у меня по зельям? Используйте зелье... А, это... Так, всем врагам бесполезное. Две ловкости. Она на один ход вроде действует, да? Давай бросим. Чуть урона, так сказать. Так, 6 защиты, вы берете карту. 3 защиты и 6 защиты. Ну, типа 6 защиты, ладно. А, блин, надо было ловкость. Дебил.
только от одного заблочился. Не видишь, нет накопления брони. Нет карты, которая каждый ход мне за фигню дает броню. Нет навыков, талантов или как они называются. Дебаф. Деле. Да, блять, еще раз. Ты офигеваешь. Так, 5 защиты, когда вы разыграете атаку. Хорошо. Блин, надо было это опять. Но они одновременно хотя бы все сейчас не атакуют, что хоть как-то меня спасает. Мне сейчас надо разрушение, чтобы вот этого разрушить. Нету, да? Спасибо, блядь. Каждый шестой ход. Сейчас пятый. Да? Или нет? Да, сейчас нифига не шестой. И мне очень больно. И очень много слизи накидали мне еще. Неосязаемость вот на этом ходу, да, у меня? Дает 5 защиты. Ну офигенно, блин. Спасибо за неосязаемость, которая мне не нужна. У него и так урон один. Он специально, да, он это сделал. Специально, блядь. Сплошная слизь просто у меня в инвентаре. Как раз в тот ход, когда я могу нормально атаковать. Тупо все ебало в слизи. Не, ну я умираю здесь по-любому уже. Да даже пожирания нету. До сих пор почему-то не попадается. А, надо было вот это, кстати. Ну все, в этом ходу мне жопа, наверное. О, сожрать. 83 максимальное здоровье увеличил, типа, да? Типа, да, толку-то от этого. Так, ну, насчет единицы урона вы берете карту или... Да, вот эти две атаки надо. Подожди, а карта сожрать, она не исчезла? Если казнит врага... А, она по-любому сжигается, я понял, это одноразовая забой. А, после босса меня исцелят, так что если я выживу каким-то образом. Вылежу, хотел сказать. Ну просто у него облизывание. Я понял, я не выживу. 16, 10. 26 брони мне надо. Дает 5 защиты, улучшает все карты в руке. Сжигает все карты в руке, кроме атак. Так, то есть у меня защиты дофига. Ладно. Ебать. За сожженные карты мне дали защиты и за то, что это, я понял. Вот это я никогда уже не смогу, наверное, сделать, потому что у меня все в слизи. Так, того добью уже скоро. И все будет хорошо, наверное. Это тоже разделится, скорее всего, да? Делится на 2 слизня. Потеря 50% УЗ. Нужно было так-то это прочитать до этого.
Дабы это не было такой неожиданностью для меня. Так, опять слизь, избавляемся. Но здесь не трудно берете карту. Ладно, возьмем карту. Не знаю зачем, но пусть будет. Так, нормально, у меня 4 брони. У него один урон не потому что это... У него один урон, а потому что вот эта вот штука сработала. И в этот момент у него один урон, я понял. Показывает один урон, потому что он нанесет мне один урон. Потому что у меня сработала чаша вот этого. Курительница, то есть. Так, ярость. 5 защиты, когда вы разорвете карту атаки. Мне нет смысла от этого сейчас. Вот на следующем ходу попало, было бы замечательно. Так, только если карты атаки. Так, поделился. Плохо. Плохо, 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 плохо. Так, наносит 6 урона. Броня. Так, броня, броня. Урон. Завершить. Не любят хорошие карты выпадать вовремя. Вы берете одну карту. Так, наносит 10 урона каждый... Так, вот этого 8 урона он сейчас нанесет. Да блин. Вообще я мог бы сжечь слизь, и тогда бы не получил урона. Но одна единица урона, фигня же по сути, да? Наверное. Опять не вовремя, а? Убили... Не, это не надо. Надо было слизь сжечь, чё я затупил. Ну всё, ему жопа. Так, смотри. Броню себе поднимаем. Наносим урон, берем карту. И бронюще еще поднимаем. Как раз. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи-хи. Так, что тут у нас? 10 урон. Давай уязвимость наложим и добьем. Наконец-то. Наконец-то. Так, вы разыгрываете 3 карты сверху стопки добра. А, добора. Добра, блин. Внезапно добро появилось. Так, дает 30 защиты, офигенно. Защита больше не исчезает, тоже офигенно. Но сжигает все карты в руке, но 7 урона за каждую карту. Блин, тоже офигенно так-то. Ладно, 30 защиты, это прям имба. Навык бы еще, который навсегда это делает. Так, смотри. Дает энергию в начале вашего хода. Вы не можете ковать в лагере. В принципе, мне ковать больше и не надо. Не совсем понимаю. Дает энергию в начале вашего хода. То есть четвертую, да? Дает энергию в начале вашего хода. Вы не можете отдыхать в лагере. Либо ковать, либо отдыхать. Ну, на самом деле, не знаю. Дает энергию в начале вашего хода. Намерения врагов неизвестны. Вот намерения врагов, это важно. Нельзя так просто от этого избавиться. А вот насчет отдыхать в лагере, буду ли я отдыхать вообще? Я бы предпочел сделать так, чтобы я никогда не требовалось этого мне. У меня есть карта, которая улучшает мои карты во время боя, но во время боя их постоянно улучшать, это не то. Мне надо вот отдыхать, я не буду отдыхать. Отдых не для героев. На том свете, как говорится, отдохнем. У нас зато 83 жизни, ты понимаешь? Все-таки та карта навсегда увеличивает максимальное здоровье. Это значит, что надо к боссу подготовиться и улучшить его навсегда, я считаю. Так. Ой. Смотри, значит, карта большая тут. Это второй босс. Второй босс, карта большая. Шмышка опять перестала меня слушаться. Говорит мне до свидания. Да ну ты шевелись. Так, сейчас я переподключу. Погоди. Блин, что у меня так суставы болят, а?
с тех пор, как болеть стал, суставы прям умирают, я не знаю, прям. Мне кажется, жопа мне вообще просто конец. До свидания просто. А, локоть, что-то вообще. Я даже на руку нормально, прикинь, приподнять себя не могу нормально. Ауч. Все, жопа мне, короче. Так я в больницу пришел, просидел 3 часа, мне сказали, все, до свидания, идите отсюда. У нас больше нет времени, говорят, прикиньте. Прикиньте, с температурой 39 пошел в калечку, в больничку. И там тебе говорят, что это... Через 3 часа ты отсидел с температурой этой. Тебе говорят, все, типа, на сегодня не принимаем больше. Нет, ложку называется, тебя отправили. Говорят, кому плохо, типа, вызывайте скорую, вызывайте на дом, я не знаю. Причем на дом они никогда не отвечают. Так что нет смысла даже звонить. Жесть, короче. А суставы болят, что-то. Постоянно в разных местах ноют, что-то. Так, торговец у меня, значит, тут... Ладно, я тогда на этом закончу эту серию. Ну, типа, босса убил, все нормально, 40 минут. За следующего мы за 20 минут не дойдем. Я считаю, что так будет правильнее. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр и до новой серии.